У меня был дедушка, правда, не родной, но у моей родной бабушки брат. Он погиб в 41 году от Сталинграда. Мы узнали это только вот когда открыли все, так скажем, доступ к секретным материалам. Он был старший лейтенант гвардии, старший лейтенант. Вот он погиб под Сталинградом в 41 году. А как его звали? Его звали Иван. Иван. А фамилия? Мусюрка. Да. Ага. Скажите, пожалуйста, а что бы пожелали ульяновцам 9 мая? Вот пожелание ваше. Ну, я бы пожелала, чтобы каждый чтил память и чтобы это было доносили, так скажем, нашему поколению, потому что, к сожалению, я думаю, что сейчас в школах недостаточно уроков истории. Дети наши и внуки должны знать нашу историю для того, чтобы вот не повторился 41-й год.